Компания «Электромотор» представляет центробежный насос «Калпеда» MXH-802A. Горизонтальный поверхностный насос «Калпеда» MXH предназначен для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и неагрессивных для нержавеющей стали. По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов. Универсальный насос используется в быту, промышленности, на садовых участках и для полива. Все части, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали. Технические характеристики. Производительность насоса составляет 13 метров кубических в час. Температура перекачиваемой жидкости составляет от минус 15 до плюс 110 градусов Цельсия. Максимально допустимое давление в корпусе насоса составляет 8 бар. По требованию устанавливаются уплотнения из особого материала для перекачки жидкости до плюс 140 градусов Цельсия. Насос «Калпеда» MXH-802A предназначен для сети 380 вольт. Для сети 220 вольт используют насос «Калпеда» MXH-M802A. Насосы «Калпеда» по качеству и долговечности стоят на одном ряду с насосами таких мировых брендов, как «Брунтвус» и «Вилло». Компания «Электромотор» постоянно поддерживает наличие насосов «Калпеда» на складе в Киеве, а также предлагает оптовую цену и эксклюзивную гарантию 5 лет. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 3 0 3 8.